Очень красивая. Валентина Тарасовна живет у нас в Донецке, и мы сегодня приехали, проведали ее. Вот привезли наши продукты, продуктовый набор в честь 9 мая. Вы участница Великой Отечественной войны, да? Да. И родились в Донецке, да, и жили все время здесь. Я родилась в Липецкой области. В Липецкой, да? В Липецкой области. Я там родилась, я там жила и училась там. А после того, как закончила учебное заведение, отправили работать по направлению. Раньше же как? По направлению отправляли. Где место есть, туда и езжать. И так я работала в Карельской ССР в городе Петрозаводске. Я там отработала ровно 10 лет, а потом переехали мы в Донецк. Потому что тут у меня жила сестра, и она пишет, что тут очень хорошо, тут очень фрукты, дешевые, все можно жить. А там, где я жила, в Петрозаводске, северные тогда не платили. Сейчас там северные платят, сейчас там большая стройка, там сейчас хорошо, очень жить там. Ну, связи у меня некоторые остались, так я иногда связываюсь, рассказывать, что там очень хорошо жить. Ну, а тогда было плохо. И мы переехали в Донецк. Вот с 63-го года я и живу в Донецке. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы помогаете пожилым людям, ветеранам. Низкий вам поклон за ваше милосердие и доброту. Спасибо фонду Захара Прилепин и всем, кто к этому причастен. Вот что